Двух. Есть Глим, Сайлор нажимает шейпшифт, но статик Шторм, Кенетик Филд, Манки Хинг, Дольт Ультимейт, Сайлор может быстро убить, Сайлор рвается, убивает моментально. Дизраптор убили, Дизраптор выкупается, надо скорее кого-то глимсануть, Соло подойти. Больше ничего, в общем-то, Дизраптора не нужно. Соло. Тут Янг. Такое ощущение, что готов драться есть и Рэвэдж. Без Ликана. Есть Рэвэдж. Манки Кинг пока на дереве сидит. Соло получает гаш в рейв от Роджера. Хаслэм по троим. Фисура по четверым. Продолжение будет ли? DDC. Тандерстрайк получил выход. Паша дает Эвелонч, дает ТОС. Можно убить практически всех. Убивает Вич Доктора. Фейд дает шарды, погибает также. Но Ван пытается уйти из драки. Фриз находится под пайпом вместе с Янгом. Паша пока все в кулдауне. Появляется ТОС. Манки Кинг уже здесь. И выкупается Туск, даже так. ТОС на Фриза. Паша. Что там по Эвелонч? Эвелонч пошел. Станат лишь Рака есть. Но Ван просто Венштах аккуратненько стоит флэком, расстреливает, убивает. Тайтхантера также. Может добить и Фейда, который с байбека пришел, получает палку. Врывается Паша, есть ТОС и... Это минус 5. И при этом выглядит даже минус 6. Это минус 6 и еще...